Когда мы слышим слово «лимитированная серия», внутри все сжимается. Диапазон цен здесь достаточно широкий. Начинается все от... Видимо, их можно поделить на какие-то группы. Черненькие, беленькие. А в этом году мы отмечаем 140 лет. У нас хорошая, достаточно круглая дата. У BestWatch.ru, у его компании очень давние и плотные отношения с Seiko. Да, я не могу сказать, кого я больше люблю, да? Младших там товарищей или более старших. Используя часы Seiko Astron, пользуйтесь атомным временем, поскольку... Я, со своей стороны, признаю, что на эту коллекцию не обратил внимания. И действительно, при взгляде на эти часы создавалось полное ощущение того, что заглядываешь просто буквально в пасть. Здравствуйте. Лимитированные модели Seiko. Тема сегодняшнего разговора. А разговаривать будем Дмитрий Лисов, представитель московского офиса Seiko, и я, Вячеслав Медведев. Думаю, что большинство из вас знают меня как ведущего канала MyWatch.ru TV. Хотя, Дим, я думаю, что и тебя все тоже уже знают. Надеюсь. Для того, чтобы объяснить тему нашей встречи, пояснить, про что мы будем рассказывать, хочу задать Дмитрию вопрос. Когда мы слышим слово «лимитированная серия», часы лимитированной серии, обычно внутри все сжимается, и представляем какие-то космические деньги, которые нужно заплатить за эти часы, ну, потому что лимитка – это всегда дорого. Дмитрий, каков диапазон цен вот тех шести моделей, что ты отобрал для сегодняшнего обзора? Диапазон цен здесь достаточно широкий. Начинается все от 42 500 за кварцевый дайвер. И заканчивается ценой в 280 тысяч рублей за вот такой лимитированный Астрон. И я вижу, что даже вот по цвету часов, которые перед нами, видимо, их можно поделить на какие-то группы. Черненькие, беленькие, в черненькие коробочки. В принципе, да, можно поделить и по такому принципу. Но здесь принцип отбора был немножечко другим. Две модели действительно в черном цвете – это лимитки дайверские по мотивам ночных погружений. О них я также отдельно расскажу. Две модели, как вы сказали, серенькие, стальные, с синими мотивами. Это модели юбилейные в честь 140-летия бренда Seiko. А в этом году мы отмечаем 140 лет. У нас хорошая, достаточно круглая дата. И вот две модели ближние ко мне. Это модели из, скажем так, коллекции из бренда Astron. Тоже две интересных лимитки в очень интересных цветах. И в начале разговора я хотел бы объяснить, почему мы находимся здесь, в магазине BestWatch.ru, в Москве, в торговом центре Никольская Плаза. Дело в том, что если вы смотрите нас на канале BestWatch.ru, то наверняка уже знакомы с Борисом Байко, с основателем и владельцем этого интернет-магазина. А BestWatch.ru был самым первым в России специализированным часовым интернет-магазином. И знаете, что Борис не просто занимается продажей часов, он сам является еще и коллекционером часов. Наверняка видели что-то из его коллекции, а в этой коллекции много моделей Seiko, много в том числе и лимитированных часов. Мы с Борисом знакомы с 98 года, когда я пришел на часовой рынок, он уже работал. И у Бориса, у BestWatch.ru, у его компании очень давние и плотные отношения с Seiko. Собственно говоря, там самые первые модели и спринт-драйвы, и многие-многие вещи, которые вот за последние 25 лет у компании Seiko появлялись, они в первую очередь чаще всего появлялись в интернет-магазине BestWatch.ru. Если вы не видели ролики с Борисом про его коллекцию, обязательно посмотрите. Думаю, что там будет много интересного. Дмитрий, а я хотел бы таки перейти к рассказу про модели. И я вижу, вот ты так интересно их сгруппировал. Есть поговорка «своя рубашка ближе к телу». Вот две модельки ты так поставил ближе к себе, потому что, наверное, сильнее всего нравятся. Нравятся мне они все, да, буду откровенным, потому что это такой любимый ассортимент любимого бренда, и я не могу сказать, кого я больше люблю, да, младших там товарищей или более старших. Но, тем не менее, да, все-таки часы Astron я действительно очень люблю, и тем более здесь у нас представлены две модели, очень интересные. Ну, нужно, наверное, сказать буквально пару слов для тех, кто, возможно, смотрит впервые данное видео. И не знает, что такое Astron. И не знает, что такое Seiko Astron и вообще за что деньги. Да? Вначале услышал 280. Кстати, какая из моделей 280? Вот модель в черном PVD, полностью в черном покрытии. Она как раз стоит 280. Соседняя модель просто в титане без покрытия стоит 260. Часы Seiko Astron – это уникальные часы в своем роде. Это были первые часы, которые обладали таким набором функционала,
То есть они заряжались от энергии солнечного света. Внутри был установлен GPS-модуль, который позволял этим часам определять свое местоположение в любом часовом поясе. И, соответственно, определив свой часовой пояс, автоматически, самостоятельно выставить точное время для данного часового пояса. Причем не просто точное, а с точностью до 1/100 секунды. Потому что эти часы синхронизируются со спутниками, а спутники обладают данными об атомном времени. Поэтому, грубо говоря, вы, используя часы Seiko Astron, пользуетесь, ну, по сути, атомным временем. Атомными часами. Да, при условии синхронизации со спутником. Если часы со спутником не синхронизируются, здесь точность стандартная для кварца плюс-минус 15 секунд в месяц. То есть Астрон – это такая, наверное, ну, вершина того, что можно сделать в области часов. Вот часто люди говорят, часто люди спорят, какие часы лучше, те или эти. Ну, мне кажется, на этот вопрос ответить сложно, потому что критерии у каждого из нас разные. Кому-то нужны часы самые там, красивые, визуально нарядные, кому-то нужны самые знаменитые, самые узнаваемые, кому-то нужны самые беспроблемные, самые точные. То есть часы, которые всегда будут показывать максимально точное время. Здесь очень важное слово прозвучало – беспроблемные. Потому что я сам свой выбор уже несколько лет назад сделал. А у тебя, кстати, Астрон. У меня тоже Астрон, но предыдущего поколения. Это одни из моих любимых часов. Я практически ничего, кроме них, реально не ношу, потому что это самые беспроблемные часы. У них вечный календарь. То есть не нужно, как с механикой, морочить голову, там, заниматься переводом стрелок, даты там, и так далее. То есть, если вспомнить предыдущие годы, когда мы чуть больше и чуть дальше летали, почаще меняли часовые пояса, это всегда было дико удобно. В любой командировке, в любой поездке ты прилетаешь. Нажал на кнопку, поймал местный часовой пояс, часы автоматически поставили тебе твое нужное время. Мало ли, там разрядился телефон, там что-то еще, там, ну, может быть, где-то там что-то некого спросить, но у тебя всегда есть источник точного времени, вот без вопросов. Не нужно менять батарейку, потому что солнечный элемент заряжает аккумулятор, срок службы аккумулятора заявлен на 15 лет, но 15 лет их еще нужно выносить сначала, да, то есть, соответственно, не успеть их там поменять на что-то и так далее. Ну, а если доносили, для таких дорогостоящих часов там процедура, в принципе, стоит не так много, и проводить ее нужно раз в 15 лет. То есть это тоже не разорительно, но там помнить о том, что нужно менять батарейку, еще что-то, об этом вообще забываешь. Плюс это титан. Я с этих часов полюбил титан. То есть и... Очень легкий, очень комфортный, очень удобный. То есть прям вот, ну не знаю, супер. Это ты про свои рассказываешь. И про Астрон в целом. В принципе, про это тоже. Расскажи про это. А здесь все то же самое. То есть это относится и к моим, и вот к этим часам. Здесь установлен калибр 5x53. Это, ну, по сути, предпоследний у нас калибр в линейке, потому что последним сейчас является 3x22. Но о нем мы будем, я думаю, говорить, возможно, в каком-то отдельном видео, в отдельном ролике. Он требует совершенно особого подхода. В данном случае часы уже, скажем так, как вы правильно тоже заметили в начале, что хочется что-то красивое. То есть здесь мы объединяем беспроблемное и красивое уже. То есть потому что здесь часы у нас выходят в некотором таком дизайнерском обличии. То есть, во-первых, это титан в черном PVD. Это, в принципе, уже очень красиво. Здесь очень интересно сделаны кнопки вот с такими интересными глубокими прорезями. Здесь особого внимания заслуживает, конечно же, циферблат. Равно как и на этой модели, равно как и на ее, так сказать, младшем брате. Мотив оформления циферблата – это огни ночного Токио. То есть такой неоновый оттенок, такой синий-зеленый, такой очень интересный, мерцающий. Стрелка секундная выполнена в таком же оттенке. Разметка индикатора день-ночь выполнена в таком же оттенке. И самая важная деталь, самая, на мой взгляд, интересная и такая тонкая, которую вообще мало кто знает, здесь люминофор на стрелках и на метках. Он сделан особого цвета. То есть, если на моих часах он имеет обычный такой зеленоватый оттенок, то здесь уже специально смешан раствор с вот таким нежным голубоватым оттенком, который как раз идеально гармонирует с общим оформлением часов. То есть, здесь мы уже говорим о том, что Астрон у нас из категории хай-тек часов переходит еще и в область таких часов все-таки дизайнерских. Очень интересно. И лимит этой модели? Лимит этой модели 800 штук на весь мир. То есть, в общем-то, вещь достаточно редкая. Посвящена, как ты, если я правильно понял, Токио. Да, вообще, в принципе, Токио, потому что это, скажем так, колыбель
во многом и Seiko, и вот такого хай-тека. И, конечно же, вот эти цвета, вот эти мотивы компания отражает и на циферблатах, и на стрелках, и на разных маленьких декоративных элементах. То есть модель действительно очень интересная, очень красивая. Корпус из титана. Корпус браслета из титана. Покрытие. И в комплекте, я смотрю... Да, покрытие PVD. Сверху еще дополнительно покрытие Diashield наше сверхпрочное. Сапфировое стекло с двойным антибликом. Это тоже отдельная фишка Астрона. Потому что эти часы практически под любым углом не бликуют ни под каким освещением. То есть это идеально суперпрозрачное стекло. Ну и, как вы уже заметили, да, в комплекте второй сменный силиконовый ремень, если хочется чего-то нового. То есть еще раз, Астрон – это такой венец стараний Seiko в области создания идеальных беспроблемных часов. PVD, черное PVD покрытие с дополнительной защитой от царапин в виде диашильда, солнечная батарейка, не бликующее стекло, вечный календарь, абсолютно точное атомное время. Все, что только можно собрать, все собрано, да, в этих часах. Да, все собрано в этих часах. И это действительно, еще раз повторюсь, вот на мой взгляд, ну, такие часы, претендующие на роль условно единственных. То есть понятно, что часто у нас в часовой вот сфере, кто работает, люди склонны к коллекционированию, к собирательству. Но если человек, например, вот просто ищет себе, выбирает одни часы на все случаи жизни, которые бы закрывали вообще вот все вопросы. Опять же, дизайн здесь такой, что эти часы максимально хорошо смотрятся как со строгим деловым костюмом, так и с каким-то casual стилем в одежде. И даже со спортивным стилем они сочетаются очень хорошо. Часы универсальные во всех смыслах. И ты держишь уже вторую модель из, да, серии Astro. Да, в руках держу вторую модель. У нее циферблат такого очень красивого, я даже не знаю, как его назвать, лилово-перламутровый какой-то такой фиолетовый оттенок. Тоже один из таких превалирующих цветов в оформлении ночного Токио. Есть тоже такой очень популярный неоновый оттенок. И здесь он также обыгран в дизайне данных часов. Но мне кажется, что здесь японцы пытались что-то под сакуру сделать, потому что... Ну, такой... под сакуру у нас уже были другие часы. Другие там были, более, да? Нежный такой, он ближе к розовому идет. Здесь все-таки мы говорим о таком неоновом свечении. Друзья, они действительно очень легкие, что могу сказать про себя. И вот если у нас получится снять и показать этот корпус, здесь совершенно уникальный корпус. То есть это новый для Астрона корпус, насколько, да, я понимаю. Вот я таких раньше не видел. Корпус с точки зрения формы, с точки зрения поверхности сделан, конечно, прекрасно, выглядит, ну, очень интересно. Здесь дело заключается в том, что многие, скажем так, считают, что кварцевые часы – это удел, ну, таких каких-то недорогих моделей. То есть, в принципе, кварц, как бы, скажем так, котируют ниже механики. Но я хочу сказать, что здесь, помимо того, что кварцевый калибр действительно находится... такого топового уровня, то есть это действительно... Такой... Это не просто кварц. Это не просто кварц, это такой кварцевый хай-тек. То для любителей, сказать, чего-то такого теплого, лампового, данные часы, они полностью и корпус, и браслет полируются вручную по уникальной японской технологии Zaratsu, которая как раз позволяет добиваться очень ровных граней, идеально либо зеркальной полировки, либо идеального сатинирования, ну, в зависимости от того, каким образом мы какую грань хотим отобразить. То есть каждые эти часы полируются вручную мастерами, которые имеют минимум 30 лет опыта в полировке. То есть это тоже такой, скажем так, симбиоз каких-то высоких технологий, какого-то хай-тека, но при этом абсолютно понятного какого-то ручного труда. И, насколько я понимаю, лимитированные часы лимитированных серий – это не просто часы, которых выпущено какое-то ограниченное количество, но еще и в России их попадает. Но 800 штук – это лимит на мир. Понятное дело, что Россия не имеет возможности забрать весь лимит себе. Он распределяется между всеми рынками мира, между американским огромным рынком, между европейскими рынками, в том числе там и Африка, и Латинская Америка, и там страны Океании. То есть все получают некоторое количество в зависимости от своих возможностей там продаж и так далее, и так далее. И, соответственно, нам достается лишь, ну, небольшая часть, откровенно скажу, из этого лимита. Мы, конечно, боремся за каждую отдельную модель, за каждый отдельный корпус, чтобы наши покупатели в России тоже могли иметь возможность приобретать вот подобные часы. И в магазины такие часы попадают тоже не во все. То есть только абсолютно, ограниченное, конечно, количество магазинов получает возможность
продавать подобные модели. Да, лишь магазины, которые соответствуют определенным нашим внутренним критериям, достаточно строгим, хочу сказать, лишь такие магазины имеют возможность работать с подобным ассортиментом, и к нашей общей радости как раз... Мы с тобой находимся в магазине Best Watch, который как раз имеет это почетное право, которое абсолютно, скажем так, заслужено, предлагать своим посетителям в том числе вот такие редкие модели. То есть далеко не в каждом магазине, в котором есть у нас бренд Seiko, вы можете данные модели встретить. Ну что ж, я предлагаю от вот этих моделей, посвященных Токио, перейти к новинкам, которые посвящены юбилею Seiko. Да. А в этом году Seiko празднует свое 140-летие. Нам иногда кажется, что Seiko такая молодая, инновационная, динамичная марка, но мы при этом очень часто забываем о том, что за этой маркой реально 140 лет истории, почти полтора века. Да, ну, может быть, по меркам швейцарских некоторых брендов, которые, скажем так, хвастаются и 300-летней историей и так далее, здесь, конечно, может быть, мы, скажем, в цифрах вот в этих не опережаем, но действительно, вы правильно отметили, что марка очень динамичная, марка инновационная, и с точки зрения технологий и различных инноваций мы, конечно же, за эти 140 лет прошли огромный путь и во многом с точки зрения уникальности технологий, ну, опережаем многие другие бренды, я думаю, с этим, ну, вряд ли кто-то поспорит. Итак, переходим к моделям. Да, переходим к моделям. И начать я хотел, наверное, вот с этой мужской модели. Эта модель мне, во-первых, лично тоже очень нравится. Вы знаете, это для вас не секрет, мы много об этом общались, что я большой поклонник функции GMT мирового времени. Как владелец часов Grand Seiko с функцией GMT уже там на протяжении 10 лет, я вот на 200% поддерживаю. Потому что у Seiko GMT устроено очень удобно для владельца. У разных брендов GMT устроено по-разному. Здесь есть основное время, часовая и минутная стрелка. Есть отдельно стрелка второй временной зоны, 24-часовая. Причем мы можем переставить часовую стрелку, просто вот вы можете, Дмитрий, показать? Да, конечно. Просто вытянув головку в среднее положение и просто вращением головки... Попробую, надеюсь, это будет видно в кадре, то есть мы вращаем... Часовая стрелка, да, она просто перескакивает на час назад или на час вперед. При каждом незначительном повороте, да, мы можем управлять только часовой стрелкой, что безумно удобно при смене часовых поясов, да, например, не нужно крутить минутную, помнить, сколько было минут. При этом секундная стрелка также не останавливается, она продолжает движение, сохраняя установленную точность часов. Время. Вот, конечно, здесь... Очень удобное устройство. Вот пока мы действительно там прошлые годы часто летали, часто были командировки, поездки, я вот на своих, Grand Seiko я постоянно пользовался этой функцией. И вот, на мой взгляд, это просто идеальная реализация, самая удобная, какую только можно представить. И здорово, что в этих часах она есть. Во-первых, с точки зрения функции, если еще говорить про калибр, это, во-первых, новый для компании калибр на базе 6R64. То есть, скажем так, тоже это приятно сердцу часового фаната, там, сердцу коллекционера, потому что выход любого нового калибра, новой модификации – это всегда приятно. Здесь, как по мне, для механики реализованы основные удобные функции. То есть про GMT мы уже поговорили, про уникальную вот эту систему переключения только перевода только часовой стрелки тоже поговорили. На маленьком циферблате здесь вынесен стрелочный календарь. Это тоже все равно удобно и важно. Пусть это не вечный календарь, как в предыдущем случае, но календарь все равно там раз в месяц, раз в два месяца все равно можно подстроить и, в общем-то, пользоваться им без проблем. И одно из моих тоже любимых усложнений, казалось бы, очень утилитарное, но это запас хода. Без него в механике тоже, по сути, никуда, потому что, ну, где-то оставили часы, они полежали. Вы всегда видите, в каком состоянии находится механизм. Да, вы всегда понимаете, нужно заводить, не нужно, или можно просто часы поносить, и они там с помощью сектора автоподзавода будут подзаведены далее. Плюс здесь в часах использован особый синий цвет для разметки внешнего вот этого круга. И для ночного времени. Да, то есть... Вот, кстати, что отличает эту модель, именно лимитку, посвященную 140-летию, от регулярных моделей? Это, во-первых, вот такая комбинация механизма, а во-вторых, вот эта шкала на внутренней части ранта, шкала, на которой отмечено отдельно дневное и ночное время для 24-часовой стрелки, это действительно очень удобно. Но на регулярных моделях таких же GMT также присутствует подобная контрастная разметка, она, правда, выполнена в других цветах. Но это, скажем так, ну, не отменяет того факта, что здесь тоже, скажем, определять день-ночь тоже очень удобно. То есть это действительно очень красиво сделано. Сама стрелка GMT также выполнена в таком специальном синем цвете, в юбилейном нашем. И в очень похожем таком по оттенку выполнен и безель.
Я знаю, что у многих возникает вопрос о том, что же это за бездна. Потому что кто-то говорит, о, это керамика. Кто-то говорит, нет, это алюминий. А я открою небольшой секрет. Безель стальной. Но он выполнен вот в таком интересном, прекрасном покрытии. В нем глубоко прорезаны, фрезерованы вот эти цифры 24-часовой разметки. И плюс сверху он также имеет покрытие Диашилд, которое защитит его от различных неприятных царапин и так далее. То есть я должен, скажем так, раскрыть вот этот... Ну, это даже не секрет, это просто... Фишка. Фишка, да, потому что он безумно похож на керамику, но керамическим он не является. И давай мы откроем еще два секрета. Это тираж и цена. Тираж 3500 экземпляров. На весь мир. На весь мир, да. То есть, учитывая, что это юбилей, что это, в общем-то, такая... Это и новинка, то есть, в общем, часы действительно очень интересные и уникальные. Я знаю, что к ним большой интерес у публики. Цена их 135 тысяч рублей. То есть практически столько же, сколько стоит и регулярная. На самом деле, да. Что удивительно, у нас лимитка, она... Не так сильно отличается по цене от регулярных моделей. То есть это еще один повод для того, чтобы обратить внимание именно на лимитированные серии. Да, здесь, конечно, дело вкуса. Кому-то, может быть, понравится регулярная модель с черным циферблатом, или с синим, или с зеленым. Тут уже личное там дело каждого, но, возможно, кто-то именно тут, как с точки зрения коллекционирования, возможно, некоторого там вложения там денег, ну, выберет лимитку и во многом будет прав. Я, со своей стороны, признаю, что когда в феврале был анонс моделей Seiko, которые будут выпускаться в этом году, я на эту коллекцию не обратил внимания. Но когда часы попали мне в руки, я был очень сильно удивлен тем, как они сделаны. Действительно интереснейшие часы. Здесь много-много фишек. Очень хорошо сделан корпус. Это, конечно, не Grand Seiko, но корпус вот во многом похож. Вот такие действительно грани, сочетание граней интереснейшие. Часы сделаны очень хорошо. Рекомендую присмотреться к Sharp Edge, рекомендую присмотреться к этой коллекции, если у вас будет возможность подержать в руках, вот оно того стоит. Да, с этими часами, позвольте, еще буквально пару слов скажу. С этими часами, конечно же, нужно знакомиться лично, потому что паттерн циферблата трехмерный, его не каждая картинка передает, не каждая съемка дает возможность увидеть вот ту глубину проработки, которую можно увидеть своими глазами. Сравнивая там с Grand Seiko, да, данные часы, что, ну, отчасти, ну, не совсем все-таки корректно, да, потому что это два разных бренда в разных ценовых нишах, безусловно, но это не отменяет того факта, что данные часы отличаются очень хорошей детализацией, очень хорошей глубокой проработкой. Ну, например, здесь даже такая, ну, казалось бы, небольшая мелочь, незначительное стекло в задней крышке тоже сапфировое. То есть, хотя оно как контактирует исключительно с рукой, оно не... Не поцарапается. Оно глобально не должно никогда поцарапаться, но для того, чтобы подчеркнуть уровень, подчеркнуть статус данных часов, мы здесь используем даже на задней крышке сапфировое стекло. Ну, и не говоря уже о том, как обработаны там отдельно индексы, стрелки и так далее, и так далее. И плюс очень важный момент. Это редкий случай, когда в механических мужских классических, по сути, часах используется люминофор. Здесь стрелки с люмибрайтом, и даже на индексах нанесены маленькие-маленькие точечки люмибрайта. То есть это, во-первых, очень красиво смотрится в темноте, а во-вторых, ну, это все-таки практично и прикладно, когда вы, может быть, оказавшись где-то в каком-то темном помещении или, там, опять же, в самолете, когда там гаснет свет, вам нужно посмотреть, сколько времени, вы всегда по этим часам безошибочно это время сможете определить. То есть для мужской классической механики это достаточно большая редкость все-таки. Для универсальной механики, я бы сказал, потому что здесь и водонепроницаемые, слава богу, 100 метров. Да, это наши родные, правильные, добротные сейковские 100 метров. Конечно же, мы эти часы не рекомендуем к каким-то водным развлечениям. Это не дайвер ни в коем случае, но спокойное мытье рук, там какое-то даже небольшое там плавание. Ну, мы, опять же, я повторюсь... В мир и в добрые люди. Да, есть такая поговорка. Вот это про эти часы. Мы не подразумеваем, что человек в этих часах там захочет там плавать или прыгать там с какой-то вышки в бассейн и так далее. Но это честные, наши правильные 100 метров, которые просто дают запас вот по надежности и по защите от воды. Если у вас будет возможность подержать Seiko Sharp Edge в руках, обязательно подержите. Вы найдете в этих часах такое количество фишек, которые мы с Дмитрием сейчас, ну, явно не успеем вам
передать. Часы очень интересные и с точки зрения эксплуатации, просто их ношения, обладания ими, и также с точки зрения, в том числе, и коллекционирования. Коллекции. Это достойная очень для коллекции модель, безусловно. И следующая модель, я так понимаю, дает не меньше поводов для поговорить, хотя часы женские. Да, на самом деле, ну, многие наши покупатели знают, что все-таки Seiko – это бренд в значительной степени мужской. У нас брутальные такие часто часы бывают, технологичные часы такие из области либо сложной механики, либо из каких-то других смежных областей. И женский ассортимент у нас все-таки основным не является, но в последние годы... Ну, хотя я слышал, извини, перебью, что королева Англии имеет часы Seiko. Да, это действительно факт. Ну, я хотел бы, это могу только прокомментировать тем, что человек уже, скажем так, пожил и, в общем-то, умудренный опытом, понимает вообще, что в этом мире правильно, а что в этом мире как бы неправильно. Данная модель, она в значительной степени перекликается с предыдущими часами тем, что это тоже лимитка. Она посвящена также 140-летнему юбилею, но выходит она уже в коллекции Seiko Conceptual Series. То есть это наша, ну, по сути, самая доступная демократичная линейка, но часы в ней, вот данные, они являются как бы одними из самых дорогих внутри линейки. Обусловлено это тем, что здесь циферблат из натурального перламутра, здесь на циферблате 10 бриллиантов, ну, лучшие друзья девушек, да, куда без них, и здесь даже вот такой очень красивый кабошончик на заводной, на переводной, если говорить правильно, потому что это часы кварцевые все-таки, их не нужно заводить. Что, кстати, на самом деле очень часто ценят у нас девушки, потому что у нас приличный ассортимент сейчас механических женских моделей, но знаю, что очень часто девушки говорят, мы не хотим с этим заморачиваться, мы не хотим заниматься вот этим заводом, там, подводкой стрелок и так далее. То, хотим, чтобы было просто удобно, красиво и удобно. Хочется, чтобы это было красиво и удобно. Вот в этих часах обычный классический кварцевый механизм, и при этом внешне они действительно очень красивые и обладают вот всем вот набором перечисленных таких приятных функций. Очень минималистичные, но при этом элегантные и красивые. Также сделанные в честь юбилея. И ты не назвал... Цифра у них достаточно комфортная. То есть, несмотря на то, что они самые дорогие внутри линейки, это 46 тысяч рублей. То есть, в принципе, для часов с натуральным перламутром, с бриллиантами, от именитого бренда, да еще и лимитка в честь юбилея, я думаю, здесь очень хорошее сочетание. Ну, я бы назвал еще одну особенность этих часов. Вот часов с перламутровым циферблатом много, часов с голубым циферблатом много, круглых так еще больше. Но вот часов, где был бы градиентный перламутр, я не думаю, что вы найдете большое количество. То есть здесь вот использован такой очень своеобразный, уникальный, не боюсь этого слова, циферблат. То есть это не просто лимитка, потому что их решили сделать мало. Это лимитка еще и потому, как они сделаны, потому как они выглядят. Ну, мне кажется, в качестве подарка там, вашей подруге, жене, если у нее есть что-то там голубое в одежде, а цвет достаточно универсальный или там под голубые глаза, мне кажется, подарок уникальный, вещь красивая, вещь надежная, как и все от Seiko, и вещь, про которую, опять же, можно что-то рассказать, про которую можно поговорить. Вещь необычная. Спасибо большое за рассказ про эту модель. И у нас остались две черные модели явно дайверского характера. Явно дайверского характера. Я так понимаю, мы приближаемся вот к этой, к самой доступной категории. Да, у нас на самом деле здесь такой, ну, можно сказать, уникальный во многом случай. Вот эта женская модель, которую я показывал сейчас, 46 тысяч рублей. И механический мужской дайвер тоже по цене 46 тысяч рублей. То есть один в один. Один, да? Просто равенство полов. Ну, по сути, да. То есть, ну, за что боролись, как говорится. Только да? Там бриллианты, а здесь следы от чьих-то зубов. Да, ну и вот пора продолжить рассказ именно о лимитках. Хочется с этой моделью, ну, поскольку мы идем по цене строго сверху вниз, да, движемся, то, как бы, поскольку эта модель равна у нас женской по цене, то я продолжу рассказом про эту модель. Это часы из коллекции Seiko Prospex. Это наши спортивные часы. И данная модель, она очень хорошо известна поклонникам бренда, она хорошо известна фанатам бренда под таким, скажем, фанатским названием Monster. То есть, если вы в каком-нибудь поисковике наберете даже по-русски, неважно, или там по-английски Seiko Monster, то вы выпадете на огромное количество поисковых ответов, где будут часы вот представлены в подобном корпусе. Ну, я бы под Seiko Monster еще и второе понятие подвел бы. Это компания Monster, которая умудряется делать часы от доступных до дорогих во всех видах технологий.
и механика, и кварц, и астрон, и Spring Drive, то, чего вообще ни у одной другой компании в мире нет. То есть реально компания монстр, которая выпускает вот таких монстров. Да, своих, скажем так, маленьких монстриков. Данная модель, еще раз повторюсь, многим известна по исторической первой модели. Она была в стальном исполнении, у нее был ярко-оранжевый циферблат, и у нее были все индексы, такие остроконечные формы, такие как зубы вот акулы. И действительно, при взгляде на эти часы создавалось полное ощущение того, что заглядываешь просто буквально в пасть какого-то крупного морского хищника. Здесь часы в некоторой степени видоизменяются, но общая концепция, общие как бы такие для нее каноничные вещи остаются. Это крупная разметка на широком безеле. То есть, видите, здесь цифры нанесены очень крупно. То есть, это, ну, можно с любого расстояния их прочитать, там практически при любом зрении. И еще такая важная у них особенность, важная характерная черта – это такие… Корпусы рант. Корпусы рант, да, которые обладают такими, ну, как пропилами, да, которые как раз повторяют форму следов от зубов вот, от того же самого вот морского монстра, морского хищника. Конечно же, здесь очень… хорошая, скажем так, детализация в том смысле, что совпадение вот этих рисочек, то есть, грубо говоря, производители себе крепко усложнили задачу, потому что в часах совместить… Сделать, чтобы рант не просто поворачивался, а поворачивался вот, чтобы четко совпадали пропилы на ранте с пропилами на корпусе. Да, то есть это, конечно, это тоже себе дополнительная задача, которую компания решает с честью, то есть реально совпадение, то есть просто идеальное при любом вращении безеля, то есть мы можем прям супер точно идеально эти вырезы подогнать друг к другу. Ну и, конечно, когда у нас безель встает в идеальную нулевую отметку, они у нас также идеально совпадают. То есть это, конечно, хороший уровень проработки для даже, в общем-то, достаточно бюджетных, по сути, часов. То есть это одни из самых наших доступных дайверов сейчас на рынке. И данная модель, равно как и следующая за ней, они посвящены теме ночного дайвинга. И именно поэтому циферблат у них абсолютно идеально черный, у них идеально черный рант, у них идеально черный корпус в PVD-покрытии и идеально черный силиконовый ремень с такой же идеально черной пряжкой и баклей. То есть все здесь абсолютно черное, символизирует вот эту толщу воды непроглядную ночную, а как раз вот здесь уже большое количество люминофора, не как в предыдущих моделях, где его прям по капельке добавляют для эстетики. Здесь люминофор уже носит утилитарный характер. Эти часы должно быть хорошо видно под водой в случае погружения. И сам цвет, сам оттенок здесь тоже подобран специальный. Такой приятный оранжевый оттенок. Он как раз, кстати, гармонирует еще и с минутной стрелкой тоже оранжевой. Как раз под цвет прожекторов, которыми дайверы по ночам освещают себе путь, прокладывая его сквозь толщу воды. Ну, про ночной дайвинг я могу от себя сказать, что это такой экстрим в квадрате. Потому что, когда мне довелось первый раз нырнуть там, на глубину, там, не сильно большую, тогда на рассвете, когда солнце еще только вставало, я до сих пор помню это там, еще школьное впечатление, когда на глубине там, буквально метр я оказался в абсолютной темноте, потому что хотя наверху уже было солнце, уже светало, вот водная гладь отражает солнечные лучи, и на глубине там тьма просто непроглядная, там тьма почти абсолютная. Я вот помню вот это ощущение до сих пор. Часы сделаны, ну, очень хорошо, великолепный силиконовый ремешок, очень мягкий, очень удобный. И корпус, он хоть и называется монстр, но выглядит более чем... На руке они выглядят более чем комфортно, очень интересно сделаны. Циферблат день-дата, что, в общем-то, для механики, для сейковской, ну, не, может быть, не является какой-то редкостью, но не очень часто встречается. Нет, это наш регулярный калибр 4R36. У нас есть 4R35 только с окошком даты и 4R36 с диском календаря, то есть, ну, дня недели. Очень интересное решение стрелок. Здесь часовая и минутная стрелки сделаны по-разному. Минутная оранжевая, то есть крупная, оранжевая, хорошо заметная, буквально считывается моментально при самом коротком взгляде на часы, на циферблат. А часовая повторяет форму зуба и отчасти форму 12-часового индекса. Еще раз, Дмитрий, можешь рассказать про лимит этой модели? У данной модели лимит 7500 экземпляров. Но, опять же, мы понимаем, что это у нас... Это на весь мир. На весь мир, да. То есть, и модель достаточно, ну, относительно бюджетная, да. То есть, кто-то скажет, ой, там, это очень дорого, кто-то скажет... Это все, все условно, да. То есть, ну, цены... это же ценник, по сути, находится примерно на уровне, и, опять же, на уровне регулярных моделей. Да, абсолютно. То есть, у нас стоимость лимиток, она, как правило, не превосходит стоимость регулярных моделей.
Лишь тогда это происходит, если, например, модель, ну, чем-то дополнительно, скажем так, декорирована или украшена, возможно, какой-то... Или комплектуется. Либо комплектуется чем-то дополнительно, там, вторым ремнем, или, например, как вот у нас была там в прошлом там лимитка, посвященная Кентаро Хатори, у нее была золотая задняя крышка. Конечно же, это наложило отпечаток на ее стоимость, но и сами часы там были, ну, супер там роскошные, да. Конечно, они по цене чуть-чуть оторвались от основного ассортимента. Здесь, когда у нас, скажем так, нет никаких дополнительных украшений, нет чего-то там такого сверхъестественного, здесь цена остается абсолютно в общем русле с регулярными моделями. Но интереса в этой модели намного очень больше. Много, да, коллекционная конечно. Ценность и потенциальная инвестиционная ценность здесь выше, чем... Ну, скажем, о ценности инвестиционной в модели достаточно бюджетной я бы уже все-таки не говорил. То есть купить часы за 46, а продать их потом за 146 получится сильно вряд ли. Но стоимость свою они, конечно же, скорее всего, не утратят. Но коллекционные часы, как правило, все-таки люди берут себе, так сказать, чтобы ими обладать, чтобы их, скажем так, держать в коллекции. И там ей когда-то хвастаться и так далее, и так далее. То есть все-таки не так часто с целью какой-то последующей перепродажи. Заработать сильно вряд ли получится, но то, что они не утратят в цене, это с большой вероятностью правда. Ну, а моя любимая фраза, которую я когда-то много лет назад услышал от одного коллекционера, надевать на руку имеет смысл только те часы, которые дают повод снять себя с руки, снять себя с запястья. То есть те часы, про которые можно что-то рассказать, в которых можно что-то порассматривать. Да, и эти часы, конечно, с данной точки зрения абсолютно привлекательны и интересны. Хотел сказать яркий представитель, но, наверное, больше подходит черный представитель. Да, такой затемненный. И у нас остался еще более черный представитель. Да, еще одна модель. Модель в корпусе «Тунец». Да, то есть, как уже вот я сегодня упоминал одно фанатское название, да, то есть это название, еще раз повторюсь, неофициальное, но я все равно ими пользуюсь, потому что невозможно ими не пользоваться. Ну, если это понятно людям, это самый простой способ объяснить, о чем идет речь, чем что-то выдумывать. Ими пользуются все, и фанаты бренда, и даже не фанаты все равно уже знают эти слова, и в данном случае перед нами часы, выполненные в той же стилистике, что и предыдущая модель, это тематика ночного дайвинга, я здесь уже не буду повторяться, потому что здесь, в принципе, суть вся та же самая. И я, пожалуй, не буду вспоминать. Да, свою историю такого страшного ночного погружения. Отличие данной модели от предыдущей заключается, ну, в двух принципиальных вещах. Здесь другой корпус, который называется «Тунец». Тунцом он называется в силу того, что сам корпус основной, он заключен еще в дополнительный такой внешний защитный кожух. И в зависимости от версии тунца, кожух может быть совершенно разным. Он может быть пластиковым, ну не просто какая-то такая дешевая пластмасска, это крутой, прочный, защищенный от ударов пластик. АБС-пластик. Это может быть сталь, это может быть титан, это может быть керамика, это может быть комбинация металл-керамика и... Дальше по списку с ростом уровня этих часов, то есть там будет расти класс калибра, там будет расти класс водозащищенности и класс материалов. И, конечно же, там более дорогие модели тунца, они ценой приближаются к отметке в 500 тысяч рублей. Но это уже профессиональные дайверские модели с возможностью погружения там вплоть до 1000 метров. Ну, настолько мы, пожалуй, нырять не будем. А эти часы стоят? Эти часы стоят 42,5 тысячи рублей. И это, по сути, один из самых бюджетных и самых доступных дайверов в линейке Seiko. Но при этом за 42 тысячи рублей вы получаете часы, которые абсолютно узнаваемы. Потому что вот этот корпус спутать, мне кажется, невозможно вообще. Да, потому что если почитать какие-нибудь там часовые форумы или какие-то там группы, то, конечно же, очень часто бренды и поклонники одних брендов обвиняют другие бренды в том, что кто-то у кого-то украл какой-то дизайн и так далее. Вот вы у этого подсмотрели в случае с тунцом. Подобные идеологии, они несостоятельны абсолютно по той простой причине, что данный корпус, он исключительно наш, мы его разработали, мы его внедрили и, соответственно, используем его сейчас только мы. Ну, возможно, какие-то микробренды что-то подобное делают, но нам подобные случаи на самом деле не так сильно известны, мы на них просто внимания не обращаем, поскольку часы действительно уникальные и 100% узнаваемые. Ну, от себя хотел бы сказать про тунца. Это, наверное, самый яркий случай, самый яркий пример того, что часы нужно мерить. Не стоит верить просто фотографиям или там даже видео, каким-то обзорам. Вот эту вещь железно нужно мерить, потому что тунец на фотографиях выглядит такими массивными, какими-то объемными, очень крупными.
тяжелыми. Но на самом деле на руке они смотрятся совершенно по-другому. Диаметр этих часов сколько, Дмитрий? 42,8. То есть почти 43 миллиметра. У меня маленькое запястье, я невысокого роста, маленькая рука. Но даже на моей руке вот эти 43-миллиметровые часы смотрятся, ну, на мой взгляд, великолепно. Они не выглядят большими. И 45-миллиметровые тунцы тоже не выглядят большими даже на моей руке. То есть, вот, ребят, часы нужно мерить. Я сделаю, да, небольшое пояснение. Действительно, соглашусь с Вячеславом на 100%, что подобного класса часы нужно обязательно мерить, чтобы потом, когда вам их доставил курьер, да, там и так далее, не было мучительно больно. Особенность тунца заключается, во-первых, в том, что, скажем так, основные модели в коллекции, они крупные. Это 47, там, 48, 49 миллиметров. То есть это действительно большие, очень брутальные часы. И у многих уже сформировалось такое представление, что тунец – это очень крупная модель, это всегда огромные часы. И когда человек видит вот эти часы на картинке, у него не срабатывает вот эта история о том, что они могут быть компактными. Он уже сразу думает: о, они, наверное, большие. Но в силу особенностей корпуса, в силу особенностей вот этого внешнего кожуха, который имеет форму такую коническую, то есть он к нижней части, ближе к запястью, он шире, а к верхней части, которая дальше от руки находится, он уже. Плюс широкий рант, достаточно крупная разметка на циферблате. То есть все это создает такое немножечко сужающееся ощущение. И часы визуально выглядят очень компактными, несмотря на свой технически достаточно крупный размер. А здесь еще и использован кварцевый механизм, который позволил сделать часы одновременно и беспроблемными, и достаточно тонкими. То есть они... Вроде бы при общем имидже такой действительно банки с консервами, откуда пошло название «тунец», они выглядят более чем нормальными. И, в принципе, это вещь, которая вполне пригодна для того, чтобы носить ее на каждый день. Но ощущение будет совершенно особое. Да. И впечатление, которое вы будете создавать на окружающих, тоже особое. И я правильно понимаю, здесь люминофор тоже на такого специального цвета? Да, ровно как и в предыдущей модели, да, с такого специального оранжевого оттенка. То есть и многие, вот кто ностальгирует по старым Seiko, вот, которые выходили еще много-много лет назад, отмечают, что в прежних дайверах, в старых, часто встречался подобный оттенок оранжевый. Говорят, вот хотим вот именно такого, вот исконного такого теплого лампового оттенка. И вот как раз здесь, в этих моделях, его можно получить. И здесь мы видим, опять же, двухцветное решение стрелок. Оранжевое, крупное, заметное, минутное, для того, чтобы дайвер во время погружения мог быстро определить время, сколько он находится под водой. И белое, там, совершенно отличная от нее часовая. То есть стрелки спутать между собой, опять же, невозможно. Ну что, мы рассказали про 6 лимиток, да, 6, Seiko. Да, достаточно интересных, на мой взгляд, лимиток в широком ценовом диапазоне, в широком идейном диапазоне. То есть здесь все часы между собой очень, так скажем, сильно разнятся по идеологии, по способу их эксплуатации и так далее. Но, тем не менее, всегда это будут оставаться надежные, качественные, точные, проверенные часы от бренда Seiko. Я часто вижу в комментариях, не только на нашем канале, что вот где-то там за рубежом там что-то можно купить дешевле. Мне кажется, вот это тот случай, когда за рубежом, во-первых, вряд ли купить. Ну, это отдельная история. Да. Я могу рассказать целую лекцию о том, чем чревата покупка любых часов за рубежом, как это часто бывает. Вот. Но я думаю, это тема отдельного ролика. Да, во-вторых, вы не сможете не примерить, не поменять. Да и в случае лимиток дешевле это точно не будет. А вот я от себя очень-очень советую работать, все-таки контактировать, покупать часы в российских магазинах, в том числе вот в лучших магазинах, как мы поговорили с Дмитрием. По ряду причин, я просто буквально назову там несколько основных. Это 100% официально ввезенный товар в Россию, это полноценная гарантия, которая распространяется на часы, и важно, что вот вы говорите, иностранные магазины и так далее, и так далее. Часы из этих иностранных магазинов, мы очень часто сталкиваемся с подобными обращениями, они приходят, иногда бывают побитыми, иногда бывают вообще не те часы приходят, а самая частая проблема – это отсутствие или некорректно заполненный гарантийный талон, который в Российской Федерации является недействительным. Поэтому человек с данными часами даже в гарантийный сервис обратиться не имеет возможности. Ну, физически он может прийти, но в обслуживании этих часов будет отказано, потому что либо нет гарантийника, либо заполнен некорректно. Поэтому в избежании вот подобных неприятностей, таких вот досадных, потому что часы – это часто покупка очень эмоциональная, часы человек ждет, он их хочет носить и эксплуатировать,
И очень часто бывает, что при покупке из-за рубежа часы приходят в том виде, когда человек с ними уже, к сожалению, потом ничего сделать не может. Не вернуть обратно, не обслужить их по гарантии, отремонтировать, и попадает на порой дорогостоящие ремонты уже за свои собственные деньги. Поэтому рекомендую покупать часы все-таки официально. Ну, тем более, что Best Watch, BestWatch.ru, в котором мы сегодня находимся с Дмитрием, это, как я уже сказал, самый старый партнер Seiko в России среди всех. И самый старый просто интернет-магазин, часовой интернет-магазин в России. И самый старый партнер Seiko среди всех российских интернет-магазинов. Так что, ну, я со своей стороны вот всячески ответственно рекомендую магазин BestWatch.ru. Спасибо большое, Дмитрий. Вячеслав, спасибо вам. Спасибо всем, кто посмотрел. Да. Пишите вопросы под этим видео, пишите в адрес московского офиса Seiko, приходите в BestWatch.ru. До новых встреч. Спасибо.